Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». И начинаем, как обычно, с ивента. Там как раз 5 часов уже было, ребята, до конца. И мы успели, так сказать, внедриться. Так, ну тут разные виды зомби, я смотрю, у нас, да? В основном с ведрами на голове. Это непорядок. Так, а почему так много капелек дают, а? А я, кажется, понял. Надо будет их замораживать и бомбить, верно? Верно. Так, зомби с конусом. Ну, они сильные, они серьезные противники. Так, давай мы... Блин, наверное, надо было вот сюда ставить бунгчой, верно? Чтобы мы сразу уничтожали с тобой два надгрубия. То есть это, а потом сзади, который стоит. Так, секунду, родной. Так. Ну-ка. Успеем мы его вдвоем? Да, мы вдвоем его сейчас тут быренько ушатаем. Так, а вот это вот... Твою же налево. Блин, этот сейчас будет свои надгробия здесь бросать. Так, мы его сможем? Как мы его заморозим? Да никак. Это сейчас, в данный момент, невозможно сделать. Тихо. Ну-ка, заморозочку. Сюда, наверное, тоже заморозочку. А вот здесь, друзья, скорее всего, придется нам применять вот такое вот дело. Да, и я был прав. Так, спасибо за удобряшечку. Тихо, стоять. Тут у нас зомби-то, извини меня. Бронявые идут. Так, что ж происходит-то здесь? Эй. Давай-ка вот так, наверное, сделаем с тобой. Ну, этого-то что? Ушатали. Молодцы, красавцы. Так, здесь справляемся, слава богу. Так, еще одна удобряшка нам прилетела. Вот так, прям со спины, друзья мои. Их нужно всех вот так вот колбасить. Другого варианта я не вижу. Другого варианта не то, что я даже не вижу, а его и нет здесь, понимаешь? Его здесь нет. Заморозочка. Лучше всего, конечно, делать вот так. Ставишь бунгчой и начинаешь применять ульту. Удобрение. Это самый эффективный способ. Именно с бунгчой. Также вот здесь. Опа, ты-то как родной прошел здесь. Ничего себе, оборзевшая эта морда. Уже хотел подойти к моим газонокосилочкам, но не тут-то было. Кстати, ребята, скоро будет последняя волна. Скоро. Так, тут заморозился. Нам, наверное, придется еще здесь применять заморозку. Ну-ка, стоять, бояться. Эти тут вовсю разгуливают, посмотри. Вот она, ребята, последняя волна идет. Так что давайте подготовимся здесь хорошенько. Наверное, вот через удобрение. Ага. Еще вот здесь, пожалуйста, примени. И вот здесь. Да, я думаю, этого будет достаточно. Так, применяем заморозочку. Применяем здесь бонгчой. Ну, что там у нас происходит? Я не вижу, ребята, что там происходит, но должно все быть тип-топ. Вот и все. Я тебе говорю, бунгчуй, когда в гневе, лучше к нему не подходи. Тем более он захватывает кто спереди, сзади, сверху и, конечно же, кто находится снизу. Да, мы прошли с тобой, и давай смотреть, какие у нас тут награды. Так, цветочек, банановая ракета и 1000 голды. Слушай, давай-ка мы с тобой еще разочек пройдем. Во-первых, мне нужны деньги, ну а во-вторых, довольно неплохие награды. Как ты считаешь? Угу. Я готов. Будем с тобой вот сюда выставлять, наверное, бунгчуй. Ну, заморозку пока не будем трогать. А бунгчуй именно вот здесь вот, чтобы уничтожить эти надгрубия, и потом он сзади уже мог спокойненько бомбить. Это самый будет оптимал для нас. Но тут, конечно, надо будет, наверное, применить все-таки заморозочку. Так. Не того заморозил, если честно, друзья мои. Не того. Ну-ка, может быть, вдвоем они справятся быстрее. Да, они справятся вдвоем быстрее, намного. Так, это у нас там с ведром идет, да, на голове? Ну, с ведром мы, если что, заморозим здесь. С конусом заморозим здесь. Так, давай, бунгчой, наяривай. Бомби, как говорится, без остановок уничтожай. Встанем сюда. Блин, ты посмотри, какой чувак этот крепкий, а? Я серьезно говорю, он очень крепкий. С ведром на голове лучше
с ним, ребята, не шутить. А вот тут надо будет сделать вот так. Поверь мне, это оптимал. Секунду. Здесь вот что за дела творятся? Смотри. Уже там нахрумкивал. Но не тут-то было. Мы справились. Так, они нас... О-о-о-о-о-о-о, прожимают. Смотри, что творят. Хотят нас прижучить. Но, как видишь, мы сопротивляемся. Держимся достойно. Сколько там еще волн? Так, это у нас вторая выходит, да? Получается, будет еще третья. Будет еще третья. Так, по оптималу надо вот здесь вот бомбить. Это раз, а вот здесь вот два-с. Как-то вот таким вот образом. Да, ребята. Хочешь жить, умей крутиться, вертеться. Ну что? Так, нет, наверное, мы с тобой прибережем здесь удобрение. Вот еще одно выпало. Хотел уже потратить, но видишь, справляемся пока, и слава богу. Так, тихо-тихо, капелька, давай. Заморозь. А вот здесь уже действительно надо, друзья мои, помогать. Также, смотри-ка, и внизу как бы надо помогать. Но я поставлю вот сюда, чтобы мы с двух сторон их пробивали. И плюс я еще заморозку поставлю. Этого, да, бедного бункчуя сидят здесь. Тут ничего не поделаешь. Зачем я капельку поставил назад? Вот объясни. Что это вот такое было? Пужанулся, да, малька? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тут, ребята, уже врал такой, смотри, начинается. Подожди, подожди, почему удобрение не сработало? Давай, бомби. Так, остаются два последних зомби, и мы с тобой с ними разберемся. И получим награду. Ну, а дальше будем смотреть, что мы можем сделать, куда пойдем. Челлендж, арена или что-нибудь другое. Надо на огород еще заглянуть, там, наверное, что-нибудь у нас выросло. Так, что у нас здесь? Давай глянем. Угу. Оу. И тысяча. Ну, больше тысячи тут, по ходу дела. Ну, тысяча, полторы максимум. Я помню, как в свое время здесь проходил тоже ивент, но с удвоенными наградами. Вот это было шикарно. Вот это было круто. Так, ну что же, давай, наверное, зайдем на огород и посмотрим, что у меня там созрело. Ага. Забираем это все дело. Сюда посадим. Неплохо. А здесь кто у нас будет? Фасолинка. Так, давай-ка польем вот этого чудика. Ну что, ребята, куда пойдем? На арену или посмотрим, что у нас по челленджу есть? Давай-ка глянем. Кстати, там же еще этот у нас. Пенни Пурсуит. Угу. Блуминг Херт. То есть это вот этот самый цветочек, да? Ну что, ребята, будем, наверное, здесь эпический квест выполнять. Или же все-таки пойдем сначала сходим на арену. Наверное, на арену. Знаешь почему? Потому что нам с тобой понадобится голда. У меня денег всего лишь 3000. На арене можно немножечко подкопить. Ну и к тому же пафбала можно получить. Хотя я почему-то сомневаюсь в этом. Так, и у нас, друзья мои, 4 перчатки. Раз, два, три, 4, 5. Ну что, давай попробуем поиграть. Скорпио против меня, да? Окей, пускай будет Скорпио. Если ему так хочется ядрить тебе на корень. Да-да-да, все то же самое, да, получается. Так, давай подумаем. Если мы будем с тобой применять нашу мину, да, это во-первых. Во-вторых, мы будем, наверное, делать отравление этим грибом. Так, и нам нужно с тобой как-то еще брать преимущество при всем при этом. А как его взять? Есть какие-нибудь догадки? У меня нету. Возьмем кабачок сюда. Хм. Что бы еще бы взять, а? Можно арбуз, конечно, влепить. Но зачем? А мы с тобой брали в тот раз... мяту. Гаргантюа. Не знаю, ребят, можно взять Дейзи, в принципе. Да, неплохой вариант. И мяту, наверное. Или не будем мяту брать. Как думаешь, будем или нет? Или лучше боулинг взять? Чё-то я, честно говоря, не знаю. Я не знаю, вот начинается вот эта вот тягомутина. Может быть, взять вот свой прошлый отряд. Вот этот вот. Мы, по-моему, прошли, да? Или сфейлились мы им?
Вроде сфейлились. Ладно, поехали. Посмотрим, как пойдут у нас дела. Так, начнем, конечно же, мы с тобой с мин. Мины будем выставлять с тобой именно вот здесь. И, конечно, вот здесь, ребята. Вот, чтобы уничтожать эти надгробия. Ой, тихо, подожди. Запускаем. Пускай эти зомби тут идут, валят, рулят, что хотят. Делают. А мы с тобой начнем потихонечку. Так, поползли, да, букахи. Так, сразу мину. Солнышко, естественно, ребята, как же. А вот эти хламоны тут пришли. Ну-ка, Гаргантюа справится с ними? Что-то я не понял, что он там мимо-то? Вот, видишь как? Очень замечательно он им голову срубает. Так, погоди, ты куда ползешь, а? Скакун несчастный. Давай, вот. Гаргантюахи, ребята, отлично себя здесь проявляют. Что у нас там по очкам? О, по очкам неплохо, ребята, идем. Давай сюда вот поставим гаргантюа. Пускай он идет потихоньку, да? Бомбит. Что делает вот этот цветок? Я не могу, честно говоря, понять. Он чем-то пуляется. Типа привораживает или что? Типа приворожение какое-то работает. По-другому я не знаю, как еще назвать. Давай вот так вот сделаем с тобой. Пускай идут. Пускай идут, пускай бомбят. Тихо, тихо, тихо. Куда вы там разогнались? Блин, думал использовать. Я что-то передумал в последнюю секунду. Давай вот так вот сделаем. И вот так вот. Пускай идет. Пускай бомбит всех тут налево и направо. Кабачок 12 стульев. А также Дензик. Помощь к нам. Какое там дудочки, хорош. Никакой музыки. Так, 350 всего лишь очков, да? Ну что-то какой-то оппонент слабенький, видимо, ребята, нам достался. Согласись. Воу-воу-воу-воу-воу. Куда это ты щемолу, парень? Вот эти вот проходят только лишь благодаря тому, что, друзья мои, ураган их проталкивает, да? И все. Так он без них, он здесь ничего вообще не представляет. Давай взрываться будешь? Будет. Конечно, будет. Куда он денется? Окей. Жестко, да? Такая битва титанов, ё-моё. Все, ребята, победа за нами. Мы с тобой получаем перчатку, выигрываем. Ну, не забывай, что еще 5 корон. Как бы это идет к нам в копилочку. А мы с тобой, наверное, продолжаем драку. Так, я уже на каком? Я на 6 месте. Меня все-таки скинули с Лиганцуки, а? Он был на 3-м. На 3 позиции меня сбросили. Ну, ничего страшного. Кто там? Яли против меня, да? Оставляем, наверное, с тобой прошлую команду. Let's go. Так. Давай, наверное, сделаем. Вот так. 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 И... вот так. Нормуль, нормуль. Все, погнали. Остальные будем уже в процессе битвы выставлять. Потому что они все идут под ультой. Под удобряшками, да? И они нам нужны будут здесь. Так. Сюда вот, например, можно сразу выставить, например, Гаргантюа. Пускай он эти надгробия ломает. Налево и направо, да? Так, этот ханорик еще тут прилетел. Так, делаем сюда. Забираем. Так, Дейзи, пускай стоит. Шмаляет. Он медленный, но он, ребята, эффективный. Этот чувак, Гаргантюаха. Я не знаю, правда, из какой-то
знаешь, напоминает чем-то стручок гороховый, да? И оттуда он вылупляется. Так это можно назвать. Так, какие опять тут могут быть песни? Скажи-ка мне, Данилас. Я сказал, никаких, блин, песен. Они не понимают. Друзья мои, они не понимают. Они все радуются. Думают, что все им тут будет легко и просто. Нет. Какой легкотник. Давай так делаем. Да можно, кстати, вот так вот наплодить. Секунду. Куда ты вот идешь? Чепушила, вот куда ты идешь, объясни. Так, вот здесь вот нам с тобой не хватает, да? Получается. Два цветочка здесь стоит, но вот сюда бы можно кого-нибудь еще поставить, да? Посерьезнее. Вот, например, этого же, да? Гаргантюа. Так скажем, растительный гаргантюа, салатовый. Как его назвать, даже не знаю. Ну да, как будто салатовый какой-то. Там выходит спортсмены, ёлки-палки. Вот так сделаем еще с тобой. Опять же грушу. Почему? Похоже на грушу, согласись, а не на кабачок. Вот мне почему-то так и хочется называть его грушей. Так, ну что тут? Бомбит? Бомбит. Пачкам, ребята, полляма уже в кармане у нас. Думаю, что сейчас уже через 32 секунды уровень закончится. Ну и, естественно, мы с тобой здесь победим. Обязаны победить. На большие, на низшие я не способен. И не желаю. Сколько там? 15 секунд еще, да, друзья? 15 секунд. Давай бомбить, добивать уже, как говорится. Остались считанные секундочки. 700 тысяч в кармане. Все. Тут победа абсолютно за нами. С таким большим перевесом. Почти в 700 тысяч, ребята. В 600. Так, я ли проиграл? Мне хорошо, 5 корон получаем мы с тобой и 4 конфеты. Значит, есть шанс получить нам с тобой 2 пеньенты и 2000 голды. Но это как пойдет, согласись. Это как пойдет. Я на 5 месте. Могу перейти, кстати, на 4 место, если здесь мы с тобой одержим победу. Ирвин. Довольно распространенный никнейм Ирвин. Так, давай вернем с тобой старую команду и let's go. Так, ну здесь все как обычно, ребят, все по стандарту. Но, так, 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 и вот так. Сюда поставим мину и сюда. Все, поехали. Надо зарабатывать, ребята, нам с вами голду, чтобы пойти потом на челлендж. Чтобы потом рвануть нам с тобой на челлендж. Можно здесь ускорить, кстати, действительно. Что-то я про это и забыл. Так, мы, наверное, не будем пока здесь никого вызывать. А вот теперь бы надо. Давай так сделаем. И вот так. Пускай они ходят здесь и давят всех. Давай, 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 давай. Чуть не можем этого, что ли, ханурика, что ли, прижучить. Офигеть, какой он мощнявый. Так. Сделаем вот таким вот образом. Еще одного вызовем. Пускай идет на прогулку. Сюда Дейзи поставим. Так, давай ускоримся, а? Чтобы чуть-чуть побыстрее шло. Я думаю, здесь у нас и так все ясно будет. Победа за нами. Такой сейчас, победа за нами, оп, и сфейлился. Зашибись, да? Победа за нами. Так, по очкам, ребят, по очкам. Оппонент нас практически, ребята, догоняет. Практически на хвосте у меня сидит. Так что я не знаю. Сейчас мы немножечко оторвались от него, но все равно опасность есть. Так, что-то я не понял, что-то тут все повзорвалось. В одну секунду, с чего вдруг? Что за переполох? Так, давай-ка замедлим чуть-чуть.
что я не могу врубиться просто, что происходит. Что тут, блин, происходит? Да вроде так смотришь, ничего страшного нету, да? Все как обычно в штатском режиме. Давай здесь. Опа. Ну вот куда-то вот гаденыш, а? Рванул, вот, объясни мне. За счет ураганчика только у него все это выходит. Его заносит просто ветром. Попутным. А может еще каким-нибудь. Так, мина. Вот мне нравится, когда вот здесь вот, ребята, их целая орда лежит. И наш Гаргантюа начинает их просто бомбить всех налево и направо. Вот это вот прикольно смотрится. Так, давай сюда поставим. Бомбанем. А вот без ульты, интересно, смогли бы мы пройти, ну, без удобрения? Мне кажется, вряд ли бы у нас получилось, да? Так, смотри, ребята, у него пафбал есть. Так, мы еще с тобой получаем 5 корон. И 2 пиньеты. Ну-ка глянем, что нам из них выпадет. Покажите, пожалуйста. Эх, горохострел. Ну да. Тебя-то я тут и ждал. Ну и уменьшатор. Я, честно говоря, не очень доволен. Ага. Ребята, мы с вами получаем 30 пуфбала. Там еще, блин, сколько нужно. 49 корон еще нужно, чтобы следующий, да, открыть. Откуда у меня перчаток-то столько, я не могу понять. Еще 3 перчатки. Откуда я их набрал? Скажи-ка мне на милость. Было всего 4. Уже сколько прошли? Все 3. Ладно. Давай также быстренько пробежимся. Быстренько, моментальненько. Я арену для чего, ребят, прохожу? Только лишь для одного. Но... только для одного, чтобы пафбал этот у нас с тобой как можно быстрее появился. Хотя, не знаю, может быть, нужен он вообще? Ну, как бы нужен. По идее, нужен, да? Если быть честным. Уж лишним он точно не будет. Секунду. Куда ты там прешь? Эй, подожди. Что-то какая-то суета. Просто, друзья мои, суета началась, да? Но ускорение как-то очень тяжело контролировать весь этот процесс. Как только замедляешь, вроде бы все в норме. Все спокойно, все чин-чин. Как только чуть-чуть добавляешь скорости, понеслась, да, суета. Так, давай мины. Мины плодить. Вот куда гаденыш бежит? На! Насколько... Опа. Насколько? Вот настолько, ребята, сейчас тут взгреют нас. Хватит, я сказал. Смотри, этот мелкий тут разошелся. Не на шутку. Давай вот так вот сделаем. Что там загудело, затрещало, я не понял. Танцоры, как всегда, да? Да, танцоры. Бумс. Вот. Кабачок это там начинает выплясывать. И все. Все нормуль. Все нормуль получается. Так, давай еще, наверное, выпустим. И... сюда. Сюда. Так, этот цветок здесь посадим. Кабачок здесь пускай стоит. Ну, вот так вот, ребята, уже хаотично просто выставляешь. Можно уже, наверное, ускоряться даже, да? 57 секунд. Нам с тобой нужно переждать. Я думаю, это получится у нас. Причем вообще не напрягаясь. 37 секунд. Ну и где кто? Хоть один зомби там появится или нет? Ага. Вот сюда поставим. Так, ребят, по очкам пока выигрываем. Но это опять же пока. Все может поменяться в любое время. Нет, ну здесь уже все, тут победа за нами. Окончательная и бесповоротная. 600 почти тысяч. Не знаю, ребята, мне кажется, не очень хорошая здесь команда. У меня, конечно, тоже не блеск. Но вот что у него там было. Грибы вот эти вот.
Без понятия, зачем он так делает. Ну что, ребята, идем с вами за следующей пиньетой. Жалко, вот на эту нам не хватит. Но я уже, видишь, на третьем месте. На третьем месте. В топчике я вряд ли попаду. Хотя, почему? В этой лиге на первое место попасть легко. Вот уже на бронзовой. Ой, на бронзовой, на серебряной, на золотой. Там уже, конечно, тяжело. А здесь, я считаю, никаких проблем. Так, ну что, давай выставлять. Мины, 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 мины. Наши любимые миночки. Да, тут можно вот так вот вообще поле пока все засадить ими. А уже те растения, которые солнышко будет выпадать, да, энергия, мы будем, например, тратить уже на цветочки. А пока тут все будет засыпано. Ну, где враги? Вон они уже идут. Начинаются эти массовые взрывы. Сделаем вот так. Ага, захотели пролететь. Голодранцы, не тут-то было. Давай вот так вот сделаем. Дейзи пускай стоит. Ты этого. Все как полагается у нас, да? Вот так. Пускай идет, бродит. Сделаем вот так. Так, Дейзи. О-о-о-о, тихо, тихо, взорвались. Блин, если бы вот не вот этот вот ураган, он бы их просто подталкивает. И они, самое главное, что заходят в середину, да? К моим растениям, и там уже начинается ажиотаж. Сделаем так, сюда поставим. Вот сюда, я говорю, поставим. Так, что у нас, Дейзи? Пускай Дейзи стоит. Мина есть, мина есть. Что этот цветок делает? Я не могу никак понять. Ребят, какие-то сердечки тут появляются. Что эти сердечки делают? Типа влюбляют эти зомби или что? Что вот они? Одурманенные какие-то. Что происходит? Ты можешь объяснить? Я лично не понимаю пока. Кстати, можно мины взять не только вот эти вот, которые мы с тобой используем, да, но и обычные, дешевенькие. Их, кстати, тоже можно очень много наплодить здесь. Все поле будет заложено ими. И никто тут ничего не сделает. Вообще. Как варик, да? Как варик, да. Вполне даже сгодится. Ну-ка, кабачок сюда. Давай, поджигайте всех зомби. Ну, опять же повторяю, ребята, с растениями, которые сразу идут под удобрением, проходить легко и просто. А ты вот попробуй без этого всего, да, побомбить. Трэш будет, самый настоящий. Просто возьмешь за голову, скажешь: ё-моё, куда я попал, что тут происходит. Ну все, победа. Победа, ребят, за нами. Мы почти, ребята, 850 тысяч насобирали. Черника, кстати. Ну, я вот не знаю, ребята, что делает черника под ультой. Наверное, выпускает сразу эти кучу молний, да? Или что-нибудь такое. Ну что, две пиньеточки мы с тобой заработали. Чилибин, ребята. И Пафрум. Пафрум, а что он у меня только лишь второго уровня? Вроде бы, казалось уже, он так долго у меня находится и до сих пор не прокачан. Ну что, ребята, последний у нас перчатка. Деремся мы против Александра. Наверное, Александр хотел написать, но не хватило места. Не хватило места. Ну что, поехали. Опять то же самое, ребята. Ничего нового здесь делать я не буду. Да и незачем. Согласись. Ну что ты тут придумаешь новое? Да ничего. Зомби бегут, ты отбиваешься. Можно было бы даже и, наверное, и не снимать вот эту арену. Просто где-нибудь там за кадром. А сделать ее. О, прикинь. Такой вот. Прикинь, если бы была возможность, бы все, все здесь, минное поле вот это вот. Еще была бы такая способность, знаешь, чтобы, например, взорвались, и от него вот эти вот шипики разлетались, и там тоже появлялись мины. Ну, был бы прикол.
То есть не две бы, например, а там по 10 мин появлялось. Вот это было бы вообще бомба. Так, давай сделаем так. И вот так. И вот так сейчас забросим, так сказать. Нет, все-таки непонятно, что делает вот это растение. Вот для меня непонятно, ребята. Наносит урон. Я вижу, что оно наносит урон, но... Ты видишь сердечки? Что означают эти сердечки? Без понятия. Можно, конечно, перевести все это дело, да? Переводчики набрать и узнать. Ну, что-то так лень, если честно. Так, ну что там у нас? Две минуты. Так. Оппонент пока, ребята, там потихонечку пытается меня догнать. Без какого-то результата у него все это идет. А мы с тобой идем довольно уверенно. Довольно уверенно. Так, секунду. Мину хочу, мину поставить. И чтобы она вот так вот сделала. Опа. Ну и грушу. Грушу, кабачок, как я уже его так и не назвал, да? Главное, что ты понимаешь, о чем я говорю. Так, ну-ка, вжариваем. Подожди, а что, огонь их не берет? Да, ну быть такого не может. Чтобы их не брал огонь. Хоть они и под щитами идут, но все равно. Где-то сюда, наверное, воткнем. 590 тысяч у нас с тобой очков. Куда? Я уже не знаю, ребят, куда ставить. У меня уже тут все завалено. Смотри. Офигеть. Куда выставлять растения? Скажи-ка мне на милость. Сюда вот здесь только. Ну да, как вариант. В принципе, неплохо. 760 там тысяч. Смотри, смотри, смотри. Все-таки прошел, а, голодранец. Все-таки умудрился как-то пройти, протесался. Но не успел уничтожить, да? Так, второго уровня, второго, первого, третьего. Ну, не знаю, ребята. Все равно мы здесь с тобой вышли победителем. И 6 конфет в копилочку. Ну что же, давай посмотрим челлендж, наверное, или задание, как это лучше назвать. Блин, 8 пиньят. Конечно, хотелось бы, ребят, получить. О чем речь? Так, у нас выполнено задание. Здесь получаем гемы. Здесь получаем конфеты. Вот это да, мы хотели с тобой попробовать. Поехали. Давай смотреть, что тут у нас. Кто? Ага, зомби-роботы. Угу. Ну что ж, давай потихонечку выставлять. Это премиум, растительный премиум-квест. Так, скажем, да? Вот что-то он делает, вот что это, замедляет или что? Не пойму, друзья, не пойму. Или он просто к сердечками стреляется, и все, и ничего это не значит. Не, должно что-то значить. Что-то значит, да должно. Мне вот это не нравится, блин. Его надо быстренько уничтожить. Может быть, заморозка? Заморозка, правильно. Так, вот этого скоростного надо вальнуть. Быстрее желательно. Смотри, сколько нам бомбить приходится... Вот по этой машине, да, зомбо-машине, чтобы ее уничтожить. Я офигею. Да, тяжеловато, конечно. Тяжеловато пробить. Вот только сейчас мы уничтожили ее. То есть, смотри, сколько мы усилили этого. Бросили. Вот так вот. Давай, 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 друзья мои, бомбим. Тут еще и летуны полетели. Давай сделаем вот так. Куда вы? Ну-ка. Ульта.
Ну, ульта неплохо. Неплохо работает. Все, уничтожили, разбомбили. Ну, если честно, вот мое мнение, я не считаю, ребята, это растение каким-то супер-пупер топовым. Нисколечко не считаю. Ну, стреляет себе этими штуками. Есть намного круче растения. Давай скажем так. Это обычное статистическое растение, которое шлепает какими-то сердечками. И все. Не знаю, может быть, ребята, вы в этом больше разбираетесь и подскажете, в чем здесь прикол. Что здесь такого в этом растении супер-пуперского? Вот и все, первая победа за нами. Мы получаем с тобой деньги и переходим на второе. Причем, я так понимаю, за именно за прохождение этого задания мы получим пиньету, где будет находиться это растение. Судя по всему, поэтому я еще не знаю, даже стоит ли вообще бороться за это дело. Но так, а здесь уже посложнее. Здесь гаргантюа, здесь зомби-серфинг. Ну давай, стреляй, могилоед. Даже могила, ребята, она уничтожает очень и очень медленно. Ты сам видишь все это. Да. Может быть, против обычных зомби они хороши, но... А как мы сейчас будем с тобой гаргантюашек этих бомбить? Можешь представить? Я лично не представляю. Причем, я смотрю, только их мне дают. Нет, лук. Лук еще дают. Окей. Луком тогда будем, наверное, их, этих гаргантюан, останавливать, да? Твою же налево. Блин, ну вот дают орех. И что мне с ним делать? Тут прикажешь с этим орехом? Вот я его поставил куда смог. А здесь идут. Трындец. Ладно, придется, наверное, ребята, использовать нам вот таким вот образом. Это все потому, что зомби с флагом там шел. Ускорил всех, да? Куда ты ползешь, а? Че, будем применять? Будем. Вот он, друзья мои, бежит, сломя голову. Твою же маковку. А еще будет, ребята, еще будет волна. Это у нас только лишь вторая идет. Да что ж ты это надгробие дурацкое? Ну, предположим. Ага. Газку нюхнул. А удобрений больше у меня нету. Так что либо фейл, либо прошли. Ну, так, секунду. Вжариваем. Да блин, ну, лук. Вот. Тошнотворный лук. Есть. Прошли. И слава богу, друзья мои. Это у нас было какое? Второе, да, испытание? Остается еще три. Да давай ты уже свои деньги здесь. Мы знаем, что тут крохи. Многого вы не дадите. Заходим сюда. Да, ребята, третье. Давай смотреть, какие здесь у нас будут зомби присутствовать. Ох, ё-моё. Вы серьезно? Еще и под бафами? Молодцы. Твою же налево. Как это все вовремя, а? Слушай, а что? А, это у нас дает... Подожди-ка. Если мы сюда ставим, например, растение. Блин. Так. А зачем я сюда поставил столько много, извини меня? Не пойму. Вот хоть убей, я сейчас не пойму, зачем я сюда поставил вот эти вот грибы, ночники, как их по-другому, я не знаю, назвать. Смотри, сколько тут натыкали этих усиляшек-то, эй. Немного ли?
Давай сюда влепим. Тут замедляху надо врубать в обязательном порядке. Сейчас там посмеюсь. Сейчас так посмеюсь. Блин, как же меня вот... Я не знаю, ребят. Не нравится мне это растение. Чё-то как-то не доверяю. Не внушает силы. Не внушает. Если вот... Та, помнишь растение, которое мы в прошлый раз тебе видели? Его сажаешь, на него встают, и оно еще атаку наносит. Мало того, что взрывается под ногами, так еще и после оно еще как работает. Ну что вот, вот как я тут должен за медляхами только работать, верно? Верно. Грибы эти, ну, дают они нам с тобой, конечно. О, о, удобряху дали, ну, неужели? Что, на кого-нибудь подействовал? Вроде действует, ломается. Так, за медляху, за медляху, за медляху. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Да ну, блин. Так, ну-ка попробуем, ребята. Фиг там, да? Все равно жует, жрет. Ханорик. Так, выставляем. Тут замедление. Так, ульта пошла. Последняя волна, ребята, идет. Продержимся, молодцы. Не продержимся, будет плохо. Что, применяем ее? Применяем. Есть. О, еще одна удобряшка. И еще разок, ребята, применяем. Вперед, как говорится, из песни. А здесь уже надо ставить замедление. Так. Ну, вроде бы и все. Единственный плюс, наверное, этого растения, что он ведет себя как катапульта. То есть бросается не по прямой, а через верх. То есть есть такие садовники, которые лопатами прикрываются. Вот их, наверное, хорошо пробивать. А те, которые идут с зонтиками, барышни, вот против них этот цветочек не зайдет. Ну что, друзья мои, переходим с вами на четвертый уровень. Покажите мне, пожалуйста, весь список зомбарей. Ё-моё. И чего? Блин, действительно, я должен, наверное, ребят, ну это и назывался вот квест именно этих цветочков. Как хочешь, так, блин, и воюй. Картошка. Зачем, скажи, я вот это сделал? Ладно, пускай. Оттаяли и оттаяли. Так. Ну. Будем растапливать. Так, мы этого с тобой быстренько завалим? Быстренько. Отлично. Сейчас только не хватало вот этих вот сюда позвать, которые снежки там бросают, еще что-нибудь, да? И все здесь быстренько позамораживают. Мне кажется, не зря для этого мне картошку дают. Я ее трачу на всякую ерунду. Она, возможно, нам предназначена для того, чтобы мы могли с тобой... Оу, нет, сейчас будет толкать. Твою же налево. Так, срочно, срочно топить эти ледяные глыбы. Иначе эти зомбари будут толкать их, ребята, и давить все наши растения. Нам это нужно? Нет, конечно. Так, хорош давить уже. Удобряшка, окей. А там еще следующая партия, ребята, замороженных зомбиков идет. Толкает, а? Ладно, давай топить. Здесь вот сюда поставим. Так, сейчас пойдет, ребята, последняя волна. Сейчас, сейчас, сейчас. Совсем, совсем немножко. Еще полчасика и пойдет уже. Побежит. Так, удобрение. Ну, здесь, слава богу, вроде бы все нормально, да? Никакой сложности нету. Плюс еще два удобрения. И вот она, последняя волна идет. Друзья мои, готовимся к супер-пупер атаке. Понеслась. Так, еще есть у нас с тобой удобрение. Это все зомби вышли или нет? Как думаешь? По-моему, все, да? Поэтому можно, в принципе, смело запускать. Да. Только голову, ребята, с плеч. Ну вот, поздравляю нас. Остается пройти всего лишь одно испытание.
Так что мы вперед, как говорится, из песни будем это с удовольствием делать. Вот оно. Последнее испытание считается самым сложным. Давай посмотрим. Здесь обычно гаргантюа и всякое-всякое. Оу. Здесь они пошли другим путем, ребята. Ух ты, там босс с магнитофоном. То есть мы с тобой должны защитить вот эти растения. Вот эти вот три цветка. Чего? Ты, блин, серьезно, что ли, сейчас? Ты, блин, серьезно сейчас вот это вот делаешь? Молодцы, красавцы. Сейчас начнет. Так, погоди. А я не успел, да? А я не успел. Или успел? Я успел твой динозавр? Он должен хвостом, по идее. Если я успел, он должен хвостом бомбить их. Есть, значит, успел. Так, кто у нас там еще? Вот, здесь динозавр, да, есть? Так, что ты тут музыку свою врубаешь? Кому твоя музыка тут нужна? Стоит он. Халабуда. А ну-ка. А что это, мои цветочки что ли там плясать начали? Я не помню. Да, конечно, плясать. Он же как бы завораживает. Так, я... Да, я этого захомутал. Отлично. Друзья мои, я одного захомутал. Он должен, по идее, хвостом бомбить. Ну что, вот этих вот Индиана Джонс нельзя зомби Джонс подбить? Нет, 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 не надо, не надо вот этого делать. Вот обратно их, пожалуйста. Так, срочно ульту. Так, где у нас? Вот они идут, супер-пупер зомби, да? Мне обратно своими же ведрами по башке и получили. Друзья мои, мы с вами прошли. Я тебе скажу, ничего сложного здесь не было. Довольно легко. Но мы с тобой зарабатываем пинету, где будет сколько-то количество вот этих вот цветочков. Надеюсь на это. Так, комплит. Открываем и смотрим. 10 цитронов. Оу, вот. В свое время, ребята, был ивент вот именно со взрывным орехом. И я тогда прозевакал, ребята. Орех этот на самом деле прикольный. Очень крутой. Мало того, что у него есть защита, так он еще в конце и взрывается. Так. Инфинат. Галактический орех. Слушай, я, честно говоря, думал, что мы получим растение. Но нет. Мы получили с тобой кучу всего. Ну, в принципе, неплохо, ребята. Я считаю, нормуль. Справились со своей задачей. Это растение я не особо жажду, так что я не расстроен. А то, что цитрончик там дали, еще что-нибудь, это даже вполне годно. Ну что, дорогие друзья, я думаю, на этой ноточке мы с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!